созерцай великий белый престол. Великую первопричину. Ты един с единым. Единый всегда пребывает на алтаре твоего сердца. Значение и цель медитации — установить и укрепить эту связь. Почувствуй поток жизни. Реку жизни. Энергию. Текущую из «Я есть присутствие». Твой храм. Ты можешь сам распоряжаться этой энергией. Ты можешь использовать ее либо для умножения жизни, реальности, для умножения иллюзий. Наблюдай за своими мыслями и чувствами. Наблюдай за тем, что происходит вокруг тебя в физическом мире. Если приходит несовершенная мысль или чувство, и ты позволяешь этой мысли или чувству овладеть твоим сознанием, эмоциями, ты начинаешь приумножать иллюзию. Задача — постоянно помнить о той божественной вибрации, которую ты получаешь во время медитации. Чистота, гармония, любовь, спокойствие, блаженство. Переноси эту вибрацию в свой мир. Ты выходишь на улицу и видишь несовершенство. Ты можешь начать его осуждать или вовлекаться в это несовершенство
сам. Это неправильно. Все, что ты должен сделать, мысленно изъять всю энергию из этой ситуации. Прекратить поток энергии в эту ситуацию. Изъять энергию из несовершенства. Без божественной энергии ничто не будет существовать в этом мире. Благодаря той энергии, что течет через тебя, может приумножаться зло, а может приумножаться добро. Ты сам выбираешь, что делать. Если ты вовлекаешься в несовершенство этого мира, в чем бы оно ни проявлялось, ты направляешь свое внимание на иллюзорный мир, и ты умножаешь иллюзию. Ты сам выбираешь, куда вкладывать энергии, и ты сам можешь прекратить поток энергии. Важно постоянно контролировать себя. Все, что попадает в поле твоего внимания, питается твоей энергией. Этот мир не может существовать без твоей энергии. Ты Бог в этом мире. Ты творишь этот мир. Но ты можешь отказаться от этого мира и выбрать реальный мир Бога. Нужно только постоянно помнить о той вибрации, которую ты получаешь в медитации, и сравнивать вибрации окружающего мира с этой совершенной вибрацией. Приумножай жизнь, твори добро.